Я уверен, что они быстро вернут животных в зоопарк. Да, месье, они лучшие. Вот бы я стал супергероем. Силы, тайны, костюмы. Было бы круто, да? Само собой. Интересно, как таким стать? Может, есть что-то вроде школы супергероев? Или какой-нибудь лагерь специальной подготовки? Хочешь узнать мой секрет? Да, конечно! Мне нравится эта игра. Я по уши влюблена в парня, но он об этом не знает. Какой он невнимательный. Теперь моя очередь. Я умею засовывать палец ноги себе в ухо. О, хватит тянуть кота за хвост. А, кино! Я совсем забыл! Но мы же еще не закончили. Мне правда пора бежать. Я просил Хлою прийти. Помнишь, я тебе про нее рассказывал. Закончим в следующий раз. Ким, я тебя люблю. А парень, о котором я писала, ты. Бедная русалочка. Сколько раз ты пыталась сказать принцу о своей любви, и сколько раз он отвергал тебя. Лети, мой маленький Акума, и вселись в нее. Да ладно, ребята, вы же не станете есть своих братьев? Мираж! Лучше съешьте чего-нибудь вкусненького. Получила. Эй, стой, вы куда? Рина вот-вот перевоплотится. Значит, тебе можно знать, кто она такая, а мне нет. Потому что я должна вернуть ее талисман. А в чем тогда моя роль? Все время оставаться в неведении? Что еще ты от меня скрываешь? Нам надо бежать. Ладно, я поговорю с ним об этом. С ним? С кем с ним? Я тебе потом расскажу, суперкот, обещаю. Не люблю секреты. Можешь всегда на меня рассчитывать, леди. О, кино! Пока! Перевоплощение. Если хочешь успеть в кино, то иди тем же путем, что и Аля. Прости, Тики, придется снова пропустить трейлеры.